Так, у нас сегодня в нашем меню будет мясо по-французски. Вот нам мы побили вот мясо немножко, получается. Выложили его на противень. Так, поперчили его, посолили. Так, теперь нужно это мясо брызнуть. Ты давай подержу. Да. Майонезом. Вот так, майонеза, чтобы немножко не сильно много было, то что он будет потом это вытекать. Вот его вот так вот потом размазали по мясу. Стараться, чтобы на каждом кусочке мяса было немножко майонезика. Тогда он будет такой, мясо будет более сочное. У нас тут свинина, но можно с разного, можно с говядиной, можно курятиной делать это все. Так. Вот так вот его намазали. Так. Потом берется, вот предварительно мы еще вот почистили картошечку и нарезали ее вот такими вот дольками. И получается. А, теперь ложится и вот лук. Тоже порезали его такими вот кружочками. Ну и вот получается теперь так вот шарами вылаживается лук. Получится. Получится кружочками, не получится. Это уже каждого свое. Там можно было выбрать режим, если стоит. Там это стоит нормальное освещение. А, нет, здесь, ну, пасмурно. Если что, я поменяю. Так у нас еще вон тесто есть. Да, это, да. Тесто, это у нас сегодня целое будет кулинарное действие. Кулинарная экспедиция. Ну, лук как любит. А нужно больше. Ну, вообще желательно, чтобы был лук. Подожди. Да. Подожди тут. Сейчас я подойду. Вот. Так, смотри. Потом вылаживаем. Аня хочет спросить, что на пиццу надо. Я зайду. Хорошо. Вот так вот улаживается картошечка. Ну, у нас вот на вот такое вот дека получилось 4 картошины. Вот такие небольшие. И вот так вот полностью. Халва сейчас приду. Вся вот мясо залаживается, получается вот так вот. Да, оно такое классное. Это такое, как гости позвонили нежданные, пришли, хопа, вытянул с холодильника по-быстрому. Раз, 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 все. Есть там уже сыр? Ну, давай там немножко, чтобы есть.
зачем вообще так боялся? Можно давай хватит. А потом это вся вот все, Максим, хватит этого гуца Рамадана. И вот так вот его посыпается сверху. Максим, когда ты пережил, когда тебя снимал еще на объекте? То был объект. А это, скажи, Максимка, это у нас кулинарное шоу. Ну, может, ему когда-нибудь захочется там свое блюдо. Ну, тоже. Ну, да. Кулинарное. А тут. Все, вот можете тут сыр прятать, вот это хватит. Даже не пицца шоу там. В разогретую духовку хорошо, это его ставится на минут 15, ну на минут 20. Угу. И все, и будет. Намолилась уже, да? Да, еще. Ну я поставил, подожди, я понял, какой температуру поставил. Я по температуру вообще никуда не поставил. Ждем, пока она разогреется. Ну, шуровала пустую. Ну ничего. Ну ничего страшного. Вот. И вот его ставится на минут 15-20, ну, минут 20, его хватит. Мясо побитое, картошечка тоже тоненькая. На минут 20, и она готовая. Да, так что делайте с нами, делайте как мы. Делайте лучше. Да, будет. Далее будет. Покажем потом, какое оно получится. Она такая красивая потом получится. А потом что ж? Правильно? Ну вот такое вот получилось. Завершающий. Надо было показать, как у нас в этом духовке там света больше.